сегодня мы моем шампунем GT1. Сейчас грязь с машины сбита. Сейчас посмотрим, как это все будет ложиться. Моем домашним бытовым керхером. Значит, концентрация 1 к 10. Видим, что пена хорошо легла. Подтеков не видно активных. Пена будет работать 2-3 минуты. И после начнем смывать. Вот, нанесли пену на весь автомобиль. Видим, что пена держится, работает. Сейчас будем смывать. Ну вот, мы смыли всю пену. Машина белая. Подтеков нет. Стекла при этом чисты, мошку все убрало из фар, из капота и со стекла. Очень хорошо работала химия. Шампунь отмывает, все блестит. Осталось протереть насухо. Все работает. Мыли мы вот таким аппаратом. Керхер К4 Full Control. Один из самых мощных бытовых моечных комплексов Керхер. На такую большую машину Ford Transit ушло 0,5 литра смеси. Из расчета 1 к 10.